Здравствуйте, здравствуйте. Заходите, заходите. Заходите побольше. Вы сейчас заходите? Я думаю, они заходят. Почему не отображается? Не показано на экране. Тут сказано чат, но ничего не показывается. О, сейчас все в порядке. Опа, я люблю тебя. Люблю вас. Юнги, потрясающее превью. Опа, о мой бог, о мой бог. Тут много иностранных фанатов. Более 2000 зрителей. 5000? Нет, 7000 сердечек. Ребята, заходите. Я начну спустя одну минуту, поэтому продолжайте заходить. Ты красивый, благодарю. С любовью, из Франции, спасибо. Красивый, благодарю. Мне нравится твоя шапочка, спасибо. Юнги, опа, спасибо. Красивый, благодарю. Я почти уснула, пока ждала. Нет, вам лучше не спать. Одна минута прошла. Итак, превью нашего нового альбома было выпущено. Я хотел провести свой личный обзор на V-Live. Я всегда делал обзоры наших альбомов. Сегодня не будет особого обзора на превью, а более похоже на реакцию на превью. Если я сейчас делаю обзор, то позже уже не будет никакого обзора. Поскольку я сын Never, сотрудник Never, а вы сейчас смотрите? Поскольку я сын Never, я создам свои личные контенты на V-Live. Я не нанес лосьон, сейчас у меня нет макияжа на лице. Ребята, я хотел показать вам настоящего себя. Начнем. А, ты очень сильно похудел? Да, я очень сильно похудел. Давайте начнем. Наше превью вышло 19 минут назад. Я смотрел иностранцев, которые снимают реакции на клипы. Подождите. Так лучше? А я смотрел тех, кто делает реакции на клипы. Они делают вот так. О мой бог, и подобные вещи. Эта песня называется Butterfly. Вы слышали ее в Prodigy. Butterfly. Она немного отличается. Она немного изменилась по сравнению с предыдущей версией. Одна из моих любимых песен в этом альбоме. Хотя мне нравится каждая песня. Этот альбом потрясающий, он потрясающий, ребята. Я слушал его по дороге в Ульсан. Альбом, на удивление, хорош. Я серьезно. Это Autumn Leaves. Я спродюсировал ее. Что думаете? Она хорошая? У Чимина очень сладкий голос. Но это моя песня. 85 тысяч зрителей смотрят. Сердечек сейчас, ого, 1,5 миллиона. Спасибо вам. Это была Autumn Leaves. Мною созданная. Она очень хорошая. Лично мне нравится эта песня. Хотя мне, конечно же, нравится заглавная песня. Ой,
Вейлиан? Люди спрашивают о значении Вейлиан 52. Опа, что это значит? Я хочу оставить это слушателям. Интерпретацию этого. А мне нечего сказать. Ребята, интерпретируйте сами. Это хорошая песня. Следующая песня. Амасити Миншуга. Почему ты говоришь о Тегу? Снова Тегу? Но я снова говорил о нем. Я надеялся не упоминать о нем, но мне сказали снова это сделать. Поэтому эта песня снова о Тегу. А эта песня действительно хорошая. Послушайте мой рэп в конце. Вам лучше дослушать до конца. Была выпущена только половина песни. Следующая песня. Это Бабсай. Очень энергичная, потрясающая. Ого, сейчас смотрят 97 тысяч зрителей. У меня 2,6 миллиона сердечек. Скоро будет 100 тысяч зрителей. Спасибо вам. Следующая песня. Мне действительно нравится Бабсай. Этот альбом, это вам не шутки. Я вам гарантирую. Я слышал сырой материал, и у меня появилось такое ощущение. А, тема. Заглавная песня. HYYH Petitu. Сейчас более 100 тысяч зрителей. Еще раз, спасибо. Сердечек более 3 миллионов. Что думаете? Хороший альбом? Лично я... Думаю, что этот альбом действительно хорошо создан. Не потому, что это наш альбом. Хоть я и усердно работал над созданием этого альбома, он действительно хороший. Можете с нетерпением ждать его. А мы подготовили замечательное выступление для заглавной песни. А мы готовы показать. Завтра? А завтра состоится концерт. А полночь уже прошла? Да, тогда завтра. Ребята, вы готовы насладиться концертом? На концерте мы выступим с нашей новой песней. Не волнуйтесь и наслаждайтесь. Послушайте превью и доброй ночи. Увидимся на концерте. Пока-пока-пока. Это была озвучка Джейкоб.